всех вас в доме Господнем. We are so grateful to be able to greet you in the house of God. И хотя я уже встречался с молодыми братьями и сестрами, and even though I had the chance to greet the young brothers and sisters, которые посетили нас из штата Орегон, who had visited us from the state of Oregon, церковь, миссионерская церковь или школа, the missionary school, великое поручение, great commission. И сегодня они будут вместе с нами славить Бога. And today they will be praising God with us. Но еще раз хочу сказать вам, дорогие мои, welcome to Sioux Falls. I want to say to all of you, welcome to Sioux Falls. И пусть Бог благословит вас и ваше служение. May God bless you and your service. Братья и сестры, смотря на этих молодых наших братьев и сестер, которые перед нами сегодня. Brothers and sisters, as we look at the brothers and sisters who are before us. Мое сердце наполняется благодарностью Богу нашему. My heart is filled with thanksgiving to the Lord. Что молодые люди, that young people, которые услышали призыв Господен, that heard the call of God, и отозвались на этот призыв, and had responded to that call, и они сегодня сказали, вот я, Господь. They said, here I am, Lord. Пошли меня. Send me. И они сегодня готовы идти, and they are ready to go, проповедовать Евангелие, to preach the gospel, открывать людям путь ко спасению. To open the doors to salvation. Через Иисуса Христа. Through the Lord Jesus Christ. И сегодня они здесь. And today they are here. Вместе с нами. With us. Чтобы поделиться тем. To share that. Что Господь сделал в их жизни. Which God has done in their lives. Как они услышали голос призыва. How they heard the call. Как они сегодня будут проповедовать в нашем собрании. How they will be preaching in our service. Вот у меня очень большое желание, so I have a great desire, чтобы мы как церковь Иисуса Христа, that we as the Church of Christ, мы благословили их именем Иисуса, that we bless them in the name of Jesus, чтобы это слово было не просто слово человеческое, that this word would not just be human words, но чтобы это слово было от Господа, but this word would be from God, при помазании Духа Святого, with the anointing of the Holy Spirit, и чтобы каждый из нас, and each of us, находящийся в этом доме молитвенном, located here in the house of prayer, мог растворить это слово своей верой. To have this word with faith. И чтобы эта вера, and that this faith, произвела в нас плод нашей жизни, would produce fruit in our life. Дорогие мои, my dear ones, я знаю, что они нуждаются. I know they need it. Когда они приехали сюда, when they came here, много людей, много молодых людей, many young people, были уже в этом зале. They were in this sanctuary. И руководитель этой библейской школы Илья Староверов, and the director of the school, я там стоял тоже, участвовал в молитве чуть-чуть, немного. And I was standing there in prayer over there. Он пригласил, брат Виктор, подойдите сюда. And he asked, brother Victor, please come here. Благословите эту молодежь. Bless this youth. Мне так приятно было. And I felt so good. Благословите этих молодых людей. To bless these young people. Я желаю, братья и сестры, чтобы все мы, I desire that each of us, brothers and sisters, как единая благословенная семья, that as one united family, могли благословить наших дорогих братьев и сестер. Could bless our brothers and sisters. Я призываю вас к молитве. I call you to prayer. У них есть также программа, которую они будут использовать, эту свою программу. They have their own program that they're going to go through. Но я верю, что это только эта часть программы. But I believe this is just part of the program. Это не вся программа. It's not the whole program. Они сколько так много их здесь сидят. There are so many of them here. Я думаю, что каждый бы из них мог бы сказать что-то слово от Господа. And I believe each of them could say a word from the Lord. Но время мы живем во времени. But we live in time. Но перед нашей молитвой, but before our prayer, для всех нас, for each of us, я призываю вас, откройте ваше Евангелие. I call you to open up your Gospels. Это будет Евангелие от Иоанна, 7 глава. This is going to be John chapter 7. 37-38 стишок. 37-38. Это для нас весьма знакомое место Священного Писания. It's a very familiar place. Это слова Иисуса Христа. These are the words of Jesus. Когда Иисус Христос был на празднике, when Jesus was at the feast, праздник кущей, the feast of booths, это один из благословенных праздников. This is one of the blessed feasts. И братья и сестры, and brothers and sisters, Иисус стоял в этом празднике. Jesus stood at this feast. Мы читаем, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
Братья, дорогие и сестры, My dear brothers and sisters, я понимаю, что такое жажда. I understand what it means to thirst. Я понимаю, что когда ты уже напился достаточно воды, I understand when you have drank enough water, когда не хочется больше пить, when you don't want to drink anymore, смотришь, кажется, как бы так, ну, простая вода, вода, да, простая. You look at the water, and it's just water. Но, братья и сестры, But brothers and sisters, о той воде, о которой говорил Иисус Христос, the water that Jesus Christ was talking about, это не просто утоление жажды. It's not something just to quench the thirst. Это вода, которая течет в жизнь вечную. It is waters that flow into eternal life. Это Дух Святой. That is the Holy Spirit. Аллилуйя. 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 Поэтому сегодня Слово Господне говорит ко всем нам. So the word is saying to us, кто жаждет, If anyone thirsts, Иисус Христос не приглашает никуда-то пойти в другое место. Jesus does not tell us to go somewhere. Какой-то особый колодец найти. To a special well. Но иди ко мне и пей. But go to me and drink. Слава Богу нашим братьям и сестрам. Этот источник полон воды. This source is full of water. Поэтому я сегодня вас, дорогие мои, призываю. So I call each of you. Приходите сегодня Come today к Иисусу Христу. To Jesus Christ. Услышьте Его этот голос. Hear His voice. Если ты жаждущий, If you are thirsting, Господь когда-то через пророка Исаию говорил, And God said through the prophet Isaiah, «Жаждущие, приходите! Those who thirst, come! Покупайте без платы и без серебра!» Come and pay without silver! Дорогие мои, My dear ones, за эту воду живую for this living Господь water, Иисус платил великую цену. Jesus paid a high price, и она уплачена для нас. And is paid for us. А сегодня Господь призывает нас всех, приди ко мне и пей. And today He's calling Аллилуйя. Us to come and drink. Аллилуйя. Аллилуйя. Если ты один из тех жаждущих, If you're one who thirsts, приходи Иисусу. Come to Jesus. Он здесь. He is here. Он здесь. He is here. Если ты никогда не встречался с Иисусом, If you've never met Jesus, то Он ожидает встречи с тобой. He's awaiting to meet you. Сейчас я призываю к молитве. Давайте поблагодарим Господа. And I call everyone to prayer. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, мой Бог. Мы благодарны Тебе, Иисусе, что Ты Бог тот самый. Бог великий, Бог могущественный, Бог славный. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Мы благодарим Тебя, что, Господи, мы сегодня собраны во имя Твое святое и прославляем Тебя и воздаем Тебе всю славу и честь, и хвалу, и поклонение. Аллилуйя! 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 Аллилуйя, Господи! Я вполне сознаю, поэтому сегодня благодарю Тебя за день сей, который Ты сотворил для нас. Ава Отче, Арамана Гентус, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господи, Ава Отче, я благодарен Тебе, что голос Евангелия сегодня продолжает звучать на этой земле. Я благодарен Тебе, что, Господи, голос Твоего призыва продолжает звучать ко всем живущим на земле. Для нас, христиан, кто жаждет, иди ко мне и пей. Ава Отче, Арамана Гентус, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господи, я благодарю Тебя, что Ты, Господи, призываешь прийти к Тебе, жизнедателю, тот, который держит жребий твоих, на жребии Твоих святых руках. И мы прославляем Твое святое, великое имя. Да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Честь Тебе и слава, хвала Тебе и поклонение вечное от века до века. Поэтому мы, Господи, благодарны Тебе за это собрание, которые мы сегодня имеем пред лицем Твоим. Благослови весь Твой народ. Благослови это собрание во имя Иисуса Христа от начала до конца. И используй наших других братьев и сестер во славу Твою, чтобы наши уста, чтобы их уста были наполнены славой Твоего великого имени. И мы вместе в созвучии голосов прославили Тебя и воздали Тебе всю славу и поклонились Твоему великому имени. Да будет имя Твое благословенное и прославлено. Мы просим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Thank you.
We sing hallelujah.
Thank you.
воспеваю руки тебе без страха и сомнения. Я предвкушаю красоту поклонения. Я воспеваю руки тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей. Осени меня всем тобой согрей, силой одари. Ничего нет сильнее твоей совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей. Осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего нет ценнее твоей совершенной любви. You are forever glorified, Lord. Jesus, you are the Lord God. Come and be the Lord of our lives, Lord Jesus. God, we worship you today, Lord. We praise you, God. We pray, Lord, that you would lead us, God, and continue filling us with your Spirit, God, as we listen to what you want to speak to us, Lord, today, Lord. We pray, God, that you would strengthen, God, Lord, that you would, God, break through today, Lord, to our hearts, God. Lord, we need you today. We thank you, God. We worship you. We praise you. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Glory to Jesus. Слава Иисусу. We thank God for this evening and this privilege that we could worship God together. Мы благодарим Бога за этот вечер, за эту привилегию поклоняться Господу вместе. Greetings to you from Fountain of Life Church in Portland, Oregon. Приветствие всем вам от церкви Fountain of Life в Орегоне. And also a Great Commission Missionary School. И также Миссионерская школа Great Commission. I have the privilege of introducing the group as well as giving a little bit of insight and information on the Missionary School. Я пользуюсь привилегией сегодня представить нашу группу и также поделиться информацией о нашей Миссионерской школе. And also then to call us to prayer. И также призвать нас к молитве. So in this moment, if you could please play the video with a little bit of overview of what the Missionary School does. Пожалуйста, включите видео. Have you ever encountered God? Do you know who He is? Do you know what He wants from your life? Hi, my name is Ilya Starverov, and I'm the director here at the Great Commission Missionary School. GCMS is a place where you're able to truly encounter the living God of the Bible, where you get to know Him personally and be completely changed. GC creates an atmosphere encouraging a person for change. And something begins to happen when a person leaves behind all their daily distractions to focus into the heart of God and having a relationship with Him. The program is designed to build foundations of faith through classes and teachers, as well as through the daily time in word and in prayer. The school is a place of healing, where we address different strongholds and wounds of the soul through discipleship and through mentorship. And we get to seek out our personal calling in Christ through our program's hands-on ministry experiences. And one of the most precious things is that we get to do all of this together in fellowship, encouraging each other as we pursue Jesus Christ. My name is Dima Talega, and I'm the missions coordinator at GC. After the semester ends, you have the opportunity to go on a missions trip and to be a part of a ministry. I believe we are all called to a mission, some at home, others far off. To be a missionary is simply to be someone with a purpose and a mission for the kingdom of God. You'll be able to do just that. We currently have bases in multiple places in the world, ranging from churches, discipleship centers, orphanages, and rehabilitation centers, all with one purpose, to reach those far off for Christ and to preach freedom to the captives. In Matthew 28, 19 through 20, Jesus proclaimed the Great Commission, saying, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey and observe all things that I have commanded you. And behold,
I am with you always to the end of the age. So if you're looking to get to know God, to really know who He is, to grow and deepen your relationship with Him, being equipped and trained for the ministry back at your local church or in the mission field, look, God has a plan and purpose for your life. Are you willing to answer the call? I would like to invite you to join us at this upcoming semester at the Great Commission Missionary School. Thank you for playing that. We have the privilege to work, at least personally, I've had the privilege to work for the past 7 years with young people at the Missionary School. Я имел привилегию уже последние 7 лет работать с молодыми людьми. And I can testify that the Lord, He's raising up young people and they're fulfilling the Great Commission. Я могу засвидетельствовать, что Бог возвращает молодых людей и их, они исполняют великое поручение. I can testify that young people have a hunger for God. Хочу засвидетельствовать, что у молодых людей есть жажда по Богу, голод. That they are being healed and equipped and going and serving and sharing the gospel. Они получают исцеление и также оснащение для того, чтобы делиться и проповедовать Евангелие. We have a program that's 4 months. У нас есть четырехмесячная программа. And then after, students go out on missions for 6 months. После этого студенты едут на миссии на 6 месяцев. If they have the ability to do so, otherwise they'll come and serve at their local churches and be more equipped. Если у них на это есть возможность, а иначе они служат в своей по местной церкви. And so we believe that it's important that young people are discipled in the Word. Мы верим, что очень важно молодым людям пребывать в Слове. And that they are discipled in prayer. И что они также научаемы молитве. That they invest in their personal relationship with God with intention. Чтобы они осознательно вкладывали в свои отношения с Богом. And that's what the program focuses on is really cultivating a personal relationship with God. И программа концентрируется на том, чтобы культивировать личное взаимоотношение с Богом. Because, you know, that's really the point. И потому что в этом вся суть. The whole point is that people would encounter Christ. Вся суть в том, чтобы люди пережили прикосновение с Иисусом him, wherever he leads him. И следовали за Ним, куда бы Он ни повел. Because, you know, the program is limited to that location. Эта программа ограничена местностью. But Jesus is not limited. Но Иисус не ограничен. You know, and if a young man or a young woman encounters Christ, если молодой юноша или девушка, они имеют встречу со Христом, maintains that relationship with him. И продолжают развивать отношения they с Ним. Carry the light, they carry the gospel wherever they go. Они несут этот свет и Евангелие везде, куда бы они ни шли. And that's our goal, и это есть наша цель. Is that we would invite people into the relationship with Jesus. Мы приглашаем людей, чтобы они имели взаимоотношения с Иисусом. And so, if you would like some information, you are welcome to meet us at the foyer. We'd love to give you some information, or if you'd like to support. Если вам нужна дополнительная информация, мы с удовольствием поговорим с вами в фойе и дадим вам дополнительную информацию. I would like to share a word from John 4. Хочу поделиться словом с Иоанна 4 главы. This is a story of the Samaritan woman. I'm sure some of us are acquainted with this story. Это повествование о женщине самарянке, и многие из нас знакомы с ней. And Jesus, he sends his disciples to get food, and he goes to Samaria. Иисус посылает учеников, чтобы они купили пищу, и идет в Самарию. It says in the Bible that he needed to be in Samaria. И Библия говорит, что ему нужно было быть so в Самарии. He knew that there was something there that he had to fulfill. Он знал, что было там что-то, что ему нужно было сделать. And he's sitting at the well, and he is met with this Samaritan woman. И он сидит у колодца и встречает эту самарянку. And he asks the Samaritan woman, "Would you draw me some water to drink?" И просит ее, можешь ли ты дать мне воды, чтобы пить? And she's a little bit confused with the request because Samaritans and Jews don't get along in that time. И она, конечно, запутана такой просьбой, потому что иудеи и самаряне не сообщались в то время. He is not only asking for a drink from a Samaritan, but he's asking from a Samaritan woman. Не только он от самарянина вообще просит попить, но от самарянской женщины. And so she's met there and she asks him, "How are you asking me to give you water?" И она тогда задает вопрос, как же ты просишь меня, чтобы я дала тебе воды? And Jesus says, "Hey, if you just knew who is actually asking you, you'd be asking me
for water. Иисус говорит ей, что если бы ты знала, кто говорит с тобой, ты бы просила меня воды. And I would give you living water, and if you taste this water, you're never going to thirst again. И если я дам тебе живую воду, если ты ее вкусишь, ты никогда не будешь жаждать вовек. And obviously, who doesn't want to take one drink and never have to drink again? И кто бы, конечно, не хотел попробовать один глоток и больше не хотеть. And so she says, "Give me some of this water." Она говорит, дай мне этой воды. And he goes ahead and tells her, "Go get your husband." И он говорит ей, приведи мужа своего. And she responds, we know, she says, I don't have a husband. И она отвечает, что у меня нет мужа. And Jesus says, that's true, you're not lying, you don't have a husband. И Иисус говорит, это правда, ты не обманываешь, у тебя нет мужа. You've had five husbands. У тебя было пять мужей. And the one you're currently with, he's not your husband either. И тот, который, с которым ты сейчас, он не твой муж. And so, truly you say, it's not your husband. И ты правду сказала, что это не твой муж. And so, she's a little bit shocked, and she says, well, I perceive you're a prophet. И, конечно, она немного шокирована, она говорит, что я понимаю, что ты пророк. And there's this moment where Jesus tells her that he's looking for people who will worship in spirit and truth. И в один момент Иисус ей говорит, что он ищет поклонников, которые поклонятся в духе истины. She's still caught in this moment of we Samaritans worship here on this mountain, you Jews say it's over there, what is it? Потому что она еще захвачена таким представлением, что вот мы, самаряне, поклоняемся здесь, а вы, иудеи, там. Что это такое? And so we're met here, and this is where I want to read from in John 4:25. И здесь я хотел бы прочитать 4 глава, 25 стих. Through 42, and bring out a point. И 42 стих. It says this, the woman said to him, I know that the Messiah is coming, who is called Christ. When he comes, he will tell us all things. Jesus said to her, I who speak to you am he. And at this point, his disciples came, and they marveled that he talked with a woman. Yet no one said, what do you speak? Or why are you talking with her? The woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the man, come see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Then they went out of the city and came to him. In the meantime, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat which you do not know. Therefore, the disciples said to one another, has anyone brought him anything to eat? Jesus said to him, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Do you not say there are still 4 months and then comes harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white with harvest. And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both the one who sows and he who reaps may rejoice together. For in this the saying is true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you have not labored. Others have labored, and you have entered into their labors. And many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified, he told me all that I ever did. So when the Samaritans had come to him, they urged him to stay with them, and he stayed there 2 days, and many more believed because of his own word. Then they said to the woman, now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this indeed is the Christ, the Savior of the world. Amen. Amen. The thing I want to bring out of here is this, is Jesus was determined to do the will of God. То, что я хотел бы вынести из этого, это то, что Иисус был готов на то, чтобы исполнить волю Бога. To do the will of the Father. Чтобы исполнить волю Отца. When confronted and asked if he was hungry, because it says he arrived to the well hungry. И когда спросили его, не хочешь ты есть, потому что там говорится, что он был голоден, когда он пришел к колодцу. He says, I have food you don't know about. Он говорит ему, у меня есть пища, о которой вы не знаете. My food is to do the will of God. Моя пища это делать волю Отца. In other words, he's saying that I feel purpose and I am full when I'm fulfilling the will of God. Другими словами, я чувствую это предназначение, и я полон внутри, потому что я делаю волю Отца. You know, you can eat. Ты можешь кушать physical food, физическую пищу, and be empty inside, и внутри быть пустым, in your spirit and your soul, в твоем душе и в твоем духе. Or you can be fasting, можешь поститься, and not eating physical food,
не едя пищи, but be full inside. Но быть внутри полным, наполненным. You know, when you're fulfilling the will of God, you're full. Когда ты выполняешь волю Бога, ты наполнен. And in this moment, we see a really interesting thing that happens. И в этот момент мы видим очень интересную вещь, которая происходит. The Samaritan woman instantly goes back to town and begins to tell people about Jesus. Эта женщина-самарянка, она сразу же идет обратно в селение и говорит людям об Иисусе. She instantly is fulfilling the Great Commission. И она сразу же выполняет великое поручение. She receives Christ. Она принимает Христа. And she doesn't look at her life, the life that she lived. Она не смотрит на жизнь, которую она жила. She lived not a good life. We can all agree. Она не хорошей жизнью жила. Мы можем согласиться все с этим. You know, Jesus met her where she was. Иисус встретил ее именно там, где она находилась. And she didn't wait for everything to change in her life. Она не ждала, пока все в ее жизни But what поменяется. She did know is I had an encounter with Christ. Но все, что она знала, что у нее была встреча со Христом. And he told me everything that's wrong in my life. И он все рассказал мне, что неправильно в моей and жизни. And he spoke words and he recognized me. Он узнал меня, и он говорил мне слова. And he gave me this living water. Он дал мне эту живую and воду. And she went and instantly testified to the Samaritans in the village. И она пошла и сразу начала свидетельствовать самарянам and в этом селении. And here we see it says that many Samaritans believed because of her testimony. Мы видим, что многие самаряне уверовали из-за ее свидетельства. And then more came and heard Jesus directly. И многие еще пришли и напрямую услышали Иисуса. Church, let me tell you, our responsibility is to fulfill the Great Commission. Церковь, я хочу вам сказать, что наша ответственность выполнять великое поручение. You know, we're tempted to make excuses. И очень хорошо, легко делать отговорки. We're tempted to say, "Oh, my life, the way that it is, God can't really use me." И мы можем сказать, что в моей жизни Бог, ну не сильно, это может меня использовать. Or maybe I'm not capable. Может быть, у меня нет способностей. I'm not the best or outspoken. Может, я не самый красноречивый. Maybe I don't have certain skills to fulfill this. Может, у меня недостает каких-то умений, чтобы это выполнить. I'm a woman or this or that. Я женщина или то, или другое. But we see here, но здесь мы видим, that this woman что эта женщина didn't hesitate to fulfill the Great Commission. Она не ждала, чтобы исполнить великое поручение. She didn't hesitate to go and tell people about Jesus. Она не колебалась, чтобы говорить людям об Иисусе. And because of this, many came to believe because of her testimony. И благодаря ее свидетельству многие поверили. I want to encourage you. There are people in your life. Я хочу вас ободрить, что есть люди в жизни вашей. That God wants you to reach. Которых Господь хочет, чтобы вы достигли. And you don't have to know everything. Вам не нужно все знать. But one thing you do need to know is you need to know Christ. Но вам единственное нужно знать, это знать and if Христа. You know Christ, если вы знаете Христа, you can bring people to Him. Вы к Нему можете Because, привести look, людей. Because look, when we're fulfilling the Great Commission, we're not saying, "Come to me." Мы, исполняя великое поручение, мы не говорим «иди ко мне». We're not saying, just come to my church. Мы не говорим просто «иди ко мне в церковь». No, we're saying, hey, I know Christ, come to Him. Мы говорим, что я знаю Христа, I can't help иди you with к Нему. Everything, but I know who can. Я не могу совсем тебе помочь, но я знаю, кто может. And that's what this woman was doing. И эта женщина то именно и делала. She said, hey, come and meet this man who talked to me. Она говорит, пойдите и увидите того мужчину, который говорил со мной. And Jesus was doing the rest. И остальное все делал Иисус. And so, church, I encourage you that you would have boldness to share the gospel. Потом, церковь, я ободряю, чтобы вы были смелы проповедовать Евангелие. You know, we were told, go and make disciples of all nations. Нам было сказано, идите и научите все народы. Go and make disciples in your neighborhood. Идите, научите людей в вашем окружении. В вашем, Wherever вашем you are, рабочем месте, где бы вы ни находились. Tell people about Jesus. Говорите людям There о Иисусе. There are people who are waiting. Люди ждут вас. Jesus said, "Look, the harvest is ready." Иисус говорит, что нива побелела. В работниках. I want to testify of this. We have friends in the United Kingdom that we work with and do missions with. У нас в Англии есть друзья, с которыми мы работаем и вместе миссионерствуем. And one of them was sharing a testimony with me. He said, "Hey, you know, when we reach people and they're converted." Один среди свидетельство мне рассказывало, что когда мы проповедуем людям, и они обращаются. We don't wait forever for them to come with us and go minister to unbelievers. Мы не стоим и просто ждем, пока они с нами пойдут, чтобы вместе проповедовать неверующим. Within a couple weeks, they're with us. На протяжении нескольких недель они сами идут. And they don't even overthink it. И они даже не знают о том, о чем мы думаем. Because they know nothing else. Они ничего другого не знают. They just saw that someone was testifying to them. Они видели, что кто-то поделился с ними. They accepted the Lord. Они приняли их Господа. They were prayed for.
за них молились, and they were being discipled, их учили, and now they're being brought along with them to go and make disciples. И та, и они присоединяются к нам для того, чтобы делать то же самое. And they're going out evangelizing in 2 weeks. Они идут евангелизируют в течение нескольких недель, месяцев. And he's sharing with me, and he's saying, I took a girl. Он мне рассказывает, что я взял одну молодую сестру. Это был ее первый раз. And so he says, just watch me how I do it, and then after watching me, you will talk to the second person. Он говорит, что просто смотри, как я делаю, и после того ты можешь также говорить следующему человеку. And so he approached a person, he told him the gospel. Он пришел, подошел к человеку, рассказал Евангелие. Offered him prayer. Предложил молитву. Accepted prayer. Он принял, чтобы за него помолились. And then came her turn. И тогда настала ее очередь. And so she was trembling. И она, конечно, She's содрогалась like, внутри. How am I gonna do this? Она думала, как бы я буду and это делать. Said, don't worry about it. Just go ahead and talk to this person. А он говорит, не волнуйся, просто начинай говорить с человеком. And so she found a person that she felt like God wanted her to talk to, and she came up. Она нашла человека, с которым могла поговорить, и подошла. And she didn't even look up at them. И она даже глаза she just, не поднимала. She just began to talk, она просто начала разговаривать. Shy. Она очень была стеснительна. Открыла свою бумагу. And she just began reading off of it, the и gospel. Просто начала читать постулаты Евангелия. And then at the end it says, would you like to accept Jesus Christ into your life? И в конце там были такие слова, хочешь ли ты принять Иисуса Христа в свою жизнь? And she looked up. Она посмотрела на этого and человека. This person said, yes, and they were weeping. И этот человек плакал и говорил да. And she was like, "Are you sure?" Like she freaked out. Она, конечно, не ожидала такого результата. Она говорит, "Ты действительно хочешь?" He said, "Yes, I want Jesus." Он говорит, "Да, я хочу Иисуса." And he accepted and repented, accepted Christ into their life. Он тогда покаялся, принял Иисуса Христа в свою жизнь. Why am I saying this? Почему я это говорю? Because oftentimes we make too much excuses. Потому что часто мы делаем много отговорок. It's not in our ability or intellect. Это не заключается все в наших способностях, в нашем интеллекте. Спасение заключается в силе крови Иисуса Христа. The gospel is the power of God to salvation for all who believe. Потому что Евангелие это есть сила Божья для всех, кто уверует. And so, church, let's rise. Поэтому давайте встанем. Let's pray that God would embolden us to preach the gospel. Бог сделал нас смелыми проповедовать Евангелие. Amen. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your goodness and grace. Lord, we thank you, Lord, for the privilege that you have given us to share the gospel. God, that there are many more people out there that you desire for us to reach. Nations, states, cities, Lord, many places, Lord God. That the harvest is ripe, Lord, right now. And that you are looking for laborers to go out into the field. Those who would go in spirit and truth. Those who would worship you, Lord, without hesitation. God, we pray that you would embolden the church, Lord God. That we would be able to just share the gospel simply. Knowing that it is not dependent on our ability or our strength, Lord, but dependent on your Spirit's power. Because your word says that we will receive power when the Holy Spirit comes upon us to be witnesses to all places, God. We thank you for that, for your goodness and grace. We thank you that you are able to choose any person and pick them up, anybody who is willing, and use them to bring about salvation to many people by the power of the blood, by the cross. We thank you, Jesus, that you are working with us, that you collabor with us, Lord God, and you enable us to fulfill the mission at hand, that you enable us to fulfill the Great Commission, God. And we just pray that you would give the church boldness to testify, boldness to bring people to Jesus, boldness to not hesitate, but to pray for people, to encourage people, to build them up, to say, I know someone who can help you. God, and we thank you for that, that you are the answer, you are the way, you are the truth, and you are the life, Lord God. And we know that to be so and that to be true, God, and we just give you the glory and we give you the praise and we thank you for your Spirit that is here with us today, and not only with us, but in us. And you enable us, Lord God, today to have fellowship with you. And we give you the glory. We thank you for this privilege. You alone are worthy to be praised. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
Слава Богу, дорогая церковь. Меня зовут Юля Куницкая. Я родилась в Беларуси, выросла в городе Ютика, Нью-Йорк. И сейчас живу, служу в Портленде, в этой школе миссионерской. Я всем говорю, что у нас, наверное, самая лучшая работа, потому что мы видим очень много чудес каждый день, и мы за это очень благодарны Богу. Слава Ему. Но не всегда это было так. И когда я готовилась делиться своим свидетельством, Бог сильно напоминал, где это все началось. И я хотела бы поделиться именно двумя историями, когда Бог сильно коснулся моего сердца, и я надеюсь, что это будет также и ободрение к вам. Я знаю, что когда я вот вырастала, я вырастала в церкви, и старалась, конечно, идти по советам отца своего. Он учил нас всегда заботиться о Божьей работе, о Божьей деле. Если мы будем заняты добрым, он говорил, то тогда не будет время грешить, и потом нас все consequences не будут у нашей жизни. И я сильно взялась за эти слова. Но я знаю, что стараясь так вот идти в моем хорошем поведении, я увидела, что со временем это не прочное основание. Хоть оно хорошее, намного лучше, чем греховная жизнь, но доброе поведение, оно не является прочным основанием. Когда пришли какие-то проблемы или беды, или вопросы, или какая-то боль была в жизни, то мое доброе поведение, оно мало чего имело значение. Я помню, что пришли моменты, где приходили очень глубокие сомнения, начала спрашивать и размышлять при себе, является ли Бог реален. Может, это что-то придумали и так вот попередавали. И было очень много давления, было очень много вопросов о Боге. И, тем не менее, я все равно переживала Бога в какой-то мере. И получается, когда Бог прикасался, эти моменты, эти высокие, сильные моменты, они были высокими, а потом опускалась в очень низкие моменты также. Может, кто-то знает на английском языке «the highs are high, but the lows are low, very low». И я помню, я переживала очень такие низкие моменты. И когда начали приходить очень страшные мысли, я знала, что мне нужно что-то... Это основание, мне оно нужно. И мне нужно построить и укорениться в Иисусе Христе. Это что привело меня в миссионерскую школу 9 лет тому назад. И две истории, которые хотела я поделиться очень кратко с вами. Это первое, я знаю, что в нашей школе мы сильно сосредоточимся на то, чтобы Евангелие оно стало реальным лично для тебя. Я помню, что я начала читать Библию, и я ее всю жизнь читала, но... Я молилась, чтобы оно действительно стало живым писанием для меня. И я помню, я читала именно в Иоанна 20 главе. Эта история очень интересна, потому что я увидела себя в этой истории. Но там история говорится о Фоме. И все мы знаем, его называли неверный Фома. Потому что ему очень трудно было поверить в воскресение Иисуса Христа после того, когда Иисус Христос воскрес. И когда я читала эту историю, я смогла ощутить, что Иисус Христос сам до меня подходит, показывает его пронзенные руки. И он говорит: «Юля, это за тебя». Я помню те моменты, когда я начала осознавать, что действительно это было за мой грех, который Иисус пошел на крест, пришел на эту землю и взял на себя это бремя, и он пошел и пострадал за меня, ради моего греха. И я думаю, эти моменты, они были очень, поменяли весь курс моей жизни, потому что это был тот момент, где действительно я познала, что это за меня и для меня, не только для всего мира и для моего соседа. Я больше не падала как сквозь пальцы у Иисуса, но Иисус, он видел меня. И это поменяло, наверное, весь курс моей жизни. Но что интересно про ту историю, это... что все ученики, они собрались в комнате, и Иисус явился к ним. Но что интересно, это двух учеников не было там. Это Иуда и Фома. Он явился ученикам, и он показал свои раны. И все ученики потом Фоме рассказывали: «Фома, мы же Иисуса Христа увидели». А он не верил.
сказал, я не верю, пока не увижу своими глазами. И что интересно, это 8 дней спустя, и в Библии там очень четко выписывают это, что 8 дней спустя они снова собрались, но 11 учеников были. Фома был среди этих учеников в этот момент, второй момент. И Иисус снова явился. Я помню, что Иисус, Он проговорил в мое сердце, как будто это Писание, оно просто ожилось, и оно стало реальным для меня, потому что Иисус сказал, видишь, я не прохожу тебя мимо. Да, может, ты спотыкаешься в своем доверии ко мне, может, ты не имеешь тот опыт еще, может, ты учишься, но я тебя вижу, и я именно для Фомы вошел в ту комнату второй раз. Я же учеников первый раз всех увидел, а ради Фомы он пошел второй раз. И Иисус проговорил мне в мое сердце, говорит, я тебя вижу, я не прошел тебя мимо. И в тех моментах, где сомнения, я рядом, и я показываю тебе мои руки, чтобы ты возросла в вере и познала, что эти раны за тебя. И во имя Иисуса Христа я хочу благословить вас теми же самыми словами. Я знаю еще второй момент, который сильно поменял курс тоже моей жизни и, можно сказать, в моем хождении во Христе. Это было во время молитвы. В школе мы тоже сильно сосредоточимся на то, чтобы мы научились, как молиться. И у нас есть, каждое утро мы молимся, собираемся, и на протяжении где-то одного часа мы пребываем в молитве, познавая Бога. Я помню, что в самом начале, когда я училась, как молиться, она была молитва очень заученная. Я приходила с моим разбитым сердцем, с моими вопросами, кажется, что что-то кровоточит, какая-то рана здесь есть, какие-то темные уголки в этом сердечке есть. Я всегда приносила такое грязное, разбитое сердечко. Иисус, помоги, Иисус, исцели, Иисус, сделай что-нибудь, Иисус, ответь. И такая, как повторная молитва каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Я помню, наконец-то, я снова была на молитве, на этой часовой утренней молитве, что у нас было в школе. Я приношу мое разбитое сердечко снова, заученную мою молитву снова. Я приношу это пред Богом, и я слышу, Дух Святой проговаривает в мое сердце. Это, наверное, были первые моменты, где я слышала Духа Святого. И он говорит мне один стих, который мы находим в Псалмах 120 главе. И своими словами написано там, что «Подними свои глаза до небес, откуда приходит помощь твоя в Господе, который сотворил небо и землю». Я так себе думаю, но мне же за свое сердечко надо молиться, за мои вопросики, за мои проблемы, за мои тяжести. А Иисус мне говорит, нет, возвысь свои глаза, подними, чтобы ты посмотрела на меня. И так себе размышляю, думаю, хорошо, подниму, как бы, даже это может странно звучит, но страшно, я же привыкла к такой молитве. Я так поднимаю свой взор на Его, на крест. И начинаю видеть Его могущество, Его силу, Его красоту. Я помню, я как немножко потерялась в этом моменте, где я просто начинаю познавать Иисуса Христа. Мы Его видим в Писании, мы Его видим, как Он жил свою жизнь, но лично знать Его и познавать Его не через проповедь, а лично. И я имела такой момент, где я начинаю познавать Его, и Он привлекает меня. Он как приближает меня к себе, и я начинаю понимать крест, и откровение приходит. И я так остановилась на секунду, я говорю, подожди, мне же про свое сердечко надо помолиться. И я вижу такое видение, что смотрю на свое сердечко, а оно уже почти полностью исцелено. Иисус проговорил мне в тот момент, Он говорит, Юля, если ты будешь взирать на меня и смотреть на меня, и сосредоточиться на мне, познавать меня, то я буду делать намного больше, чем ты даже можешь придумать или даже можешь вымолить своими устами. Я буду исцелять то, что ты даже не думала. Я буду делать и действовать в твоей жизни. Только смотри на меня. Я помню, эти моменты были очень-очень сладкими для меня. Это было начало моего хождения, и насколько Бог был верен, насколько Бог был чудесен в своем, как Он вел, и насколько верен Он был в этих моментах. Я хочу ободрить вас, может, кто-то, особенно я знаю, что, встречая, работая с молодыми людьми, вопрос сомнений и вопросов о Боге и действительность Его, и всякие такие вот вопросы, я хочу поощрить вас, принесите это у ног Христа. Он хочет явиться вам лично.
И иногда я думаю, он даже разрешает такие глубокие вопросы, чтобы приблизить нас к себе. И насколько это прекрасно, потому что мы можем его знать, его познавать и быть, конечно, изменены. И когда я смотрю на кем я была 10 лет тому назад, когда переходила и переживала это все, я совершенно другой человек, я благодарна Богу за это, за столько, за все, что Он исцелил, за все, что Он поменял, и за ту надежду, которую Он дал, и уверенность во спасении. Слава Иисусу за это. Аминь. Good evening, dear church. My name is Joseph. I also want to share a quick testimony of something that God's been sharing in my life as of recently. On the drive here, we were driving, and I'm not sure if you guys know, we came from Portland. It was a very long drive, and it was night, and I had two people sitting next to me, much bigger than me, and I was trying to fall asleep, and I just couldn't. And I'm thinking, man, like, is this worth it? I'm trying to fall asleep, and I'm sleepless, and I'm restless. And I just couldn't find rest, and I was thinking, is it worth it? But I come here, and I see you guys, and I see us all worshiping together, lifting our voices, lifting our hands together, and it brings me such joy, and it brings my soul such joy to see us all coming together here. So many different people from so many different places, from South Carolina, Florida, New York, all coming here to praise God. So praise God. 2 days ago in Montana, we led a service there, and our director, Ilya, he had an altar call for the church in Montana. And the altar call was for the church in Montana. And although it was for the church in Montana, we were there, we were testifying, we were leading the service, I was one of the first people to come up. And I don't say this to kind of glorify me or make me look cool, but I say this because God had something for me that day. Throughout the whole service, God was knocking on my heart. He was pulling strings through the testimonies, through the songs, through the sermons, through everything, and God had something for me that day. It says in Revelation 3:20 that God stands at the doors and knocks. He knocks not because he doesn't have something for you, but because he has something for you. Just as Dima said, Jesus needed to be at the well in Samaria. I truly believe that we're all here today for a purpose. We're not here in vain. Each one of us are here. The people up there, the people in front of me, people behind me, we're all here for a purpose. Just as Jesus was there for the woman at the well, I believe that God has something for each one of us. I also want to read something real quick, and I'll wrap up, and I want to leave you guys with this. Mark 5, if we can open up to Mark 5, verse 25. Mark 5, 25. It's a quick little story, but I want to share with you guys. And the woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she had heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I could just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. The reality of it is, I cannot tell either of you guys or anybody here what God has today for you. I can't tell you what he has for you today, what he has for your life, for the rest of your life. I can't tell you his plans. But I can tell you, and I can testify in my life, that when I had this mindset of, if I could just touch his clothes, if I could just touch his glory, if I could just get a touch of his power or of his love, that he will meet me. And that's what I want to leave with you guys today. If we have that mindset, and when we do have that mindset of, if I could just get a touch of his glory, if I could just get a touch of him, whether that's an altar call, whatever it may look like, it's different for all of us. But I do want to encourage you guys with this, to have this mindset of just if I could get a touch of his glory. And I truly believe that God will fill you guys with his glory, God will fill you guys with his love, God will fill you guys with his power. In Jesus' name, amen.
Слава Богу. Бог благ, аминь. Ну, меня зовут Мишел, я американка, но говорю по-русски во имя Иисуса. Не учила язык, но Библию читаю уже 7-й раз на русском. Оттуда язык, слава Богу. Я очень рада, что Бог дал мне возможность путешествовать немножко со студентами, с великим поручением миссионерской школы. И тоже каждый семестр преподаю там, пребываю с ним немножко. Бог благ. Аминь. У меня есть любимая песня «Кровь Христа». И я думаю, что хор мне поможет. И может и вы тоже. Давай вместе. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня от всякого греха. Кровь Христа благодарны, Господь.
Благодарим Тебя, Господь, за кровь, которую Ты пролил для нас. Ты наш искупитель, Господь, Ты целитель наш. Ты искупил нас, Ты освободил. Не надо жить больше в рабстве, Господь, Ты сам есть дверь. Ты открыл дверь к жизни вечную, Господь. Во имя Иисуса благодарим Тебя. Ты разрушил каждый цепь, Господь. Не оставил нас. Ты не оставляешь и никогда. Ты Бог Иммануил. Бог с нами. Ты Бог с нами. Ой, Господь, открой наше духовное зрение. Открой наши глаза. Дай нам увидеть Иисус. Дай нам знать на самом деле, кто Ты, Господь, и кто мы. И почему мы здесь сейчас на земле? Это не случайно. Ты знаешь, что Ты сейчас делаешь на земле. Ты знаешь, что Ты хочешь от нас. Возможно, мы и последнее поколение, Господь. Ты грядешь. Иисус грядет. О, гряди, Иисус. Маранафа. Любим Тебя, Господь. Ты достоин. Ты сильный Бог. Нет ничего Тебе невозможного, Господь. И наше сердце, Господь, открой. Мы не можем жить без Тебя. Прости, Господь. Прости. Мы стараемся быть самостоятельны, Господь. Но Ты не любишь нашей независимости. Ты хочешь, чтобы мы стали жить по вере и только по вере. Не смотри налево, ни направо, только на Тебя, Господь. Ты достоин, а мы Тебя любим. Во имя Иисуса. Аминь. Садитесь. Аминь. Иисус грядет. Я люблю сказать, что я стала миссионерствовать благодаря Сталину или коммунизму. Потому что я с детства, я выросла, я из штата Индиана, я выросла в доме очень консервативный, хуже вас, я думаю. Все запрещено, кроме книги, которые вышли из Советский Союз, свидетельства о гонимой церкви. Так что я с детства читаю это, я не знаю, что-то касалось меня. Церковь в гонении — это сильная церковь. Церковь в свободе не очень. Я мечтала посетить вас в Советский Союз и не успела. Рухнул. И не хват... Не, подожди. Не хватало один год всего. 91-й год рухнул, я только 92-й год закончила школу, 12-й класс. Я очень была расстроена, потому что я собиралась приехать не только посетить, но страдать вместе с вами, потому что эти люди, которые написали эти книги, они сказали, что Иисус, который был с ними, в самый ужасный, темный, тяжелый момент, он был столько ясновиден, как книги Дия. Я думаю, я хочу познакомиться с Иисусом, который там, в ГУЛАГе, в Сибири. Не успела. Но вы знаете, Иисус есть и здесь. Просто проверка сильнее, страшнее. Жить в свободе – это гораздо труднее, чем жить под гонением. Когда есть вопрос отрекаться, отрекся, как это? Отрекаться, да, или умрешь? Можно сказать, никогда, я за Иисусом. Но вопрос уже в доллар, богатство, процветание. Самая лучшая жизнь сейчас. Сложнее выбрать Иисус, да? Иисус и Его Евангелие, Он сказал, оставь все. Отрекаться с этого мира и следуй за Мною. Мы готовы следовать за Ним? Или мы живем для себя?
Я вас нашла наконец через 30 лет, и вот и вы у нас. Спрятались на юж... Где я? Южный Дакота, я? И вот! Но вы здесь не напрасно во имя Иисуса. А? Вы здесь ради Божьего Царства, и только так. Не чтобы обогатеть и толстеть. А-а. И стоит. Иисус, Он достоин нашей жизни. И Его призыв есть сейчас. Иисус грядет. И Он зовут к себе всех нас. Я поняла, что можно не только положить жизнь на алтарь в Сибирь, в Гуляге, можно положить жизнь на алтарь здесь, в Америке. У меня длинные истории. Я 31 год уже путешествую ради Иисуса и Его Царства. Иисус достоин. Я рада за них. Может, мы вместе едем на север Кореи? Да? Давай с Богом. Слава Богу. Thank you.
Слава Богу, церковь. Praise the Lord, dear church. Мы очень рады, что мы можем быть сегодня здесь и с вами. We're very happy to be here with all of you today. And with the group from the missionary school. Как вы слышали, нас дорога была очень длинная. As you have heard, our road has been very long. Мы вчера выехали из Монтаны. Yesterday we drove out from Montana. И сегодня мы здесь. And today we made it here. И слава Богу. And praise be to God for завтра that. Завтра мы будем в Айова. Tomorrow we'll be in Iowa пару дней, там for a few days, пару церквей, a few churches, потом в Миннеаполис. And then to Minneapolis. И потом уже будет после выходных дорога домой. After the weekend we will be heading home. Так что молитесь за нас, so please pray for us, if you remember us. Мы очень благодарны, что можем быть здесь вместе с вами. We're very thankful that we could be here with every one of you today. И пастору, и все, кто будет брать ночлег. So the pastor and to everybody who will be hosting tonight. Мы очень рады, что мы можем быть здесь с вами сегодня. We're very thankful that we can be here today with you. И что вы этим тоже нам служите, что мы можем здесь быть. And you're also serving us by allowing for us to be here with you. И также brother Dale, который проезжал мимо сегодня. Our brother Dale, who was driving by as well. Он на пути был в Аляску. He's on his way to Alaska. И он сегодня остался с нами. And today he stayed back with us. Praise God. Praise God. И всех нас, которые мы здесь сегодня. And all of us who are gathered in this place. Знаете, это большое благословение работать с молодым поколением. You know, it's a huge privilege to work with the young people. Хотя я сам еще молодой. Though I too consider myself young. У меня уже есть четыре маленьких детей. Though I do have four of my own children. And praise God. Слава Богу. И мы знаем, что, знаете, у молодых людей есть много потенциал. You know, a lot of the young people, they have a lot of potential. Potential. I'm just going to speak in English. I'm sorry, Julie. Okay. It's going to be easier. And so when you look at young people, когда вы смотрите на молодых людей, you know, you understand that. Мы понимаем. I don't know if you've met somebody like that. Я не знаю, может вы знакомились с кем-то. And people are like, what do you think about him? Когда вы смотрите на человека и кто-то спрашивает, как вы думаете о нем? And they say, you know, he's got a lot of potential. И кто-то скажет, у него есть огромный потенциал. It doesn't mean that he's accomplished anything. Это не значит, что он что-то уже приобрел. Or he's done something. И он что-то сделал, совершил. There's a possibility. Но есть просто, что есть шанс. That something good can happen. Что-то хорошее может случиться. In the Bible, there's a scripture in the Proverbs that says. В Библии в притчах есть очень интересное место. You know, basically says like, don't bless your neighbor early in the morning. Написано, чтобы мы не благословляли нашего соседа рано утром. Something about like it's a curse or something. Как будто это проклятие. Because you don't know how the day is going to work. Потому что ты не знаешь, как день выглядит. You know, you can bless him at the end of the day. Может, ты благословишь его в конце дня. You don't know what's going to happen. Потому что ты не знаешь, что будет в этом дне. You know, because just because something has the potential. Просто из-за того, что что-то имеет потенциал. Right to do something. Чтобы что-то свершилось. It doesn't mean that it's going to take place. Это не значит, что оно будет и сбудется. And I wonder as we're listening to the service today. И я думаю при себе, если мы слушаем сегодняшнее служение. Right, if we look examine our lives. Если мы проверяем нашу жизнь. And we look at maybe when you were, you know, their age. И мы смотрим, когда вы, может, были ихнего возраста. Right, or the other people's age that are a little younger here. И те, которые немножко помоложе или постарше. И вы думали о том, что вы смогли бы приобрести и сделать. Понимаем ли мы или понимаем этот потенциал? Или этот потенциал сбылся или нет? Смог ли Бог сделать ту работу, которую Он хотел сделать в нашей жизни? Оно свершилось в вашей жизни или нет? And of course, sometimes you meet somebody. И, конечно, мы иногда встречаемся с людьми. And you think there's, you know, they don't have like the most, they don't have the most. И мы думаем, они не имеют самый больший потенциал. But sometimes they accomplish and they do so much more than we'd ever expected. Но они делают намного больше, чем мы когда бы ожидали. And we see that in scripture sometimes. И мы иногда видим это в Писании. You know, people that are maybe not the most qualified or talented. Есть люди, которые не имели те квалификации или много таланта. Maybe they weren't the strongest. Может, не были самыми сильными. And somehow, when God takes a hold of their life. Но как-то, когда Бог берется за жизнь такого человека. He does things that are miraculous. Он делает то, что чудесно. He does great things to Он their делает life. Великое через жизнь такого In человека. The Bible, we actually find a lot of people И в Библии мы видим очень много that людей, we miss. Которые мы пропускаем. You know, but God used them mightily. Но Бог использовал их but очень they сильно. Were key, people in a lot of things that took place in Но они были очень важными людьми, которые мы были в историях Писания.
And today, just for a few moments that we have, и сегодня, на несколько минут, которые мы имеем, I want to talk about this. Я хочу поговорить об этом. About the stolen potential. Про тот потенциал, который украденный. That the enemy takes. Когда враг забирает. The Bible says in the book of Matthew. В книге Матфея Библия говорит. It talks about a parable of a man who goes to sow seed. Говорится о человеке, который идет и сеет семя. And it says that one seed falls on the rock. И написано, что одно семя оно падает на каменистую почву. And the birds come and they steal that seed. И птицы они прилетают и они украдают это семя. And Jesus begins to explain that when the word of God is preached. Что часто, когда слово Божье проповедуется. That the enemy wants to come and steal. Что часто враг приходит, чтобы украсть и похитить and то семя. Do you know why? Вы знаете, because почему? There's a lot of potential in the word of God. Потому что есть очень много потенциала в слове Божьем. Because the Bible says it is like a seed. Библия говорит, что это является как семя. And if you can take root in somebody's life, если оно укоренится в жизни человека, it can transform them. Оно может изменить совершенно этого человека. And the person can bring fruit. И тот человек, он способен принести плод. And the enemy knows. И враг знает, that if he can take that что если он сможет забрать это семя, because there's so much hidden in the small seed. Потому что есть столько много, которое скрыто в этом маленьком семечке. And if he can take that, если он может просто похитить. And he can steal it away. И он заберет это семя. He'll try to do right away. Он постарается сделать это как побыстрее. And we'll understand that it's a spiritual thing. И мы понимаем, что это духовные вещи. And can we imagine today? И представим сегодня, that there's a battle. Что сегодня есть битва. That the enemy's out to steal that what God speaks to us. И враг, он пришел, чтобы похитить то, что Бог старается проговорить к нам. I know we're tired. Я знаю, что мы замучены. I'm tired. И я тоже. But we know that there's a blessing that God has for us. Но мы также знаем, что сегодня есть благословение, которое Бог приготовил для нас. And so when we work, especially with young people, и когда мы работаем особенно с молодыми людьми, you begin to understand. Ты начинаешь понимать, that the enemy is after the seed of the young people. Что враг он намерен украсть то семя молодых людей. There's a story in the Bible, 2 Kings. Есть одна история, которая в Библии, она в 4 книге Царств, chapter 11, в 11 главе. And it talks about a mother. И это история о матери. Her name is Athaliah. Ее зовут Гафилия. And it says in verse 1, chapter 11, и в первом стихе 11 she главе saw написано, that her own son died. Она увидела, что ее сын умер. So she got up and tried to destroy the royal offspring. И она встала, чтобы истребить царское племя. And she made a decision, и она приняла решение, that I have to kill the seed of the royal people. Что мне нужно умертвить племя царское. Because she knew that if those people rose up, потому что она знает, что если эти люди восстанут, that they would overtake her. Тогда они победят ее. And can I say today, и можно ли это сказать, that the enemy has risen up, что враг он восстал, against our children, против наших детей, against our offspring, против тех, которые после нас, against the seed that God has given to us, после того семя, которое Бог положил в нас. Come on, I don't know how it is in South Dakota, и дал нам, я не знаю, как это есть, but in Portland, но в Портленде, you know, if you are 12 years old, если тебе 12 год, you can make a decision, ты можешь принять решение, and change your gender, и ты можешь поменять свой пол. And nobody can stop you. И никто тебя не остановит. Our kids have these things right here, right? Наши дети, они имеют эту вещь. It's called an iPad. Называется iPad. They have a lot of influence from и this thing. И они имеют очень много влияния с этой вещью. Because the enemy is потому rising up. Он восстает. To kill off the offspring. Чтобы убить это последнее. Because he understands. Ну что он понимает. Hitler understood this. И Гитлер это понял. He says, hey, whoever has the youth, он говорил, что кто имеет молодых, has the future. Тогда тот человек, он имеет и будущее and также. So when you look at people, и когда ты смотришь на человека, young, которые молодые, and you begin to realize, ты начинаешь понимать, that how important it is, насколько важно, for a young person, чтобы молодой человек, to truly experience God, чтобы они искренно и в истине пережили Иисуса. Not just to come to a service, не просто прийти в служение, but to have the power of the gospel, но чтобы сила Евангелия жила в них, that can transform their lives, которая может изменить их жизнь. Because if it doesn't, потому что если оно не будет, then we can miss out a lot. Тогда мы все пропускаем. We can miss out the next generation. Мы можем пропустить целое поколение. And the Bible says here, и в Библии говорится, that after she was going to kill all these this offspring, когда эта царица восстала, чтобы убить это все племя,
It says, but somebody stole this kid, this little kid. Одна, один человек взял и спрятал этого ребенка. Joash. They took Joash. So verse 2, they took Joash. Иоас, они взяли Иоаса. Right? And then this, the last part of that verse. И последняя полустишие. And they hid him from Athaliah, this queen. И они спрятали этого ребенка. Verse 3 is the key verse for a second. И третий стих это самый важный. And so he was hidden with her in the house of the Lord for 6 years. И был он с нею скрыт. Скрываем в доме Господнем 6 лет. He was hidden in the house of God. Он был скрыт в доме Божьем. And that's the key. И вот в чем есть ответ. That we have to be hidden in the house of God. Мы должны быть скрыты в доме Божьем. Julie said something interesting today. И Юля сегодня сказала что-то интересное. She said it wasn't just a discipline and good behavior. Это не просто была дисциплина и доброе поведение. It wasn't just the rules and coming into a building. Это не было просто правила и в том, что мы приходим в здание. But actually knowing God. Но в конце концов знать and его. And building your relationship with God. И строить это отношение с Иисусом. Because the enemy, потому что враг, he's after the offspring. Он приходит за нашим потенциалом. За нашим потенциалом. And so let me ask us something. Я хочу спросить нас вопрос. What about what God has spoken to us? А то, что Бог проговорил в наше сердце. What about God's words into our life? А что насчет того слова, которое Бог проговорил в нашей жизни? What about God's call and plan upon your life? Тот призыв, который имел Он на вашу жизнь. What about the work that God has called you to do? Что насчет той работы, которую Он призвал, чтобы ты свершил? What is it that God desires from your life? Что Бог желает от твоей жизни? How can we realize it? Как мы можем это реализовать? How can we make it come to happen? Сделать, чтобы оно свершилось. I believe there's one way. Я знаю, что it's going to be in the presence of God. Это будет только в присутствии Божьем. The Bible says that the word of God говорит, что слово Божие is inspired in 2 Timothy. Вдохновенное. Right, for instruction, for rebuke, for reproof. Чтобы учить нас, направлять, наставлять. Right, so that every man can be equipped for every good work. Был снаряжен делать. So it's the word of God. Это есть слово Божие. And the presence of God that will develop you to fulfill God's plan in your life. Чтобы он исполнил волю Божию в вашей жизни. I don't know if that matters at all to you. Я не знаю, если это вас волнует. It matters to me. Но оно имеет очень глубокое значение. That I can be developed. Что я могу возрастать. To fulfill God's plan. Чтобы исполнить волю Божию. Do you hear that? You can feel convicted. Потому что мы можем переживать. And you can feel yes that word is touching me. Обличение, когда Слово Божие, оно касается нас. И что-то происходит. Just like Herod. Как King Herod. Как царь Ирод. When he heard John the Baptist preach. Когда он услышал, когда креститель Иоанн, он и шел и проповедовал. And he said he liked his preaching. И он говорит, что мне нравится твоя проповедь. And he got convicted in his heart. И он также переживал эти чувства. But he still beheaded him. Но он все равно умертвил его. It doesn't matter how we feel. И не важно, как мы себя чувствуем. It really comes down to what are we realizing in our life. В конце концов, понимаем ли мы это в нашей жизни? And understanding that the enemy. Понимая, что враг. He's after that what God is putting into our lives. Он идет похитить то, что Бог старается вложить в нашу жизнь. I don't want to live my life and then look back. Я не хочу жить свою жизнь и потом смотреть назад. And think to myself. И думать при себе. I missed out that what God has called me. Что я пропустил то, что Бог призвал именно к этому. That what God wants me for, то, что Бог желал сделать в моей жизни. You know, my dad. Вы знаете, мой отец. When he was 27 years old. Когда ему было 27. And his father-in-law was the bishop in Kazakhstan where we lived. Его отец был епископом в Казахстане, там, где мы жили. And he was pastoring a church. Он был пастырем местной церкви там. And he talked to my dad. И он говорил с моим отцом. You know, God's calling you to be a pastor. И он говорит, Бог тебя призывает быть пастырем. And so, and he told him, go ahead and, you know, take over the church. И он сказал, хорошо, приходит твое время, ты будешь вести эту церковь. Home, и когда мой отец пришел домой, and he was talking to my mom, он разговаривал с моей матерью. My mom's like, а мама говорит, I don't think that's a good idea. Я не думаю, что это хорошая идея. I saw my dad, he was always я видела busy, моего папу, got problems, he's always at fault. Его всегда винили, you know были всякие проблемы. They say ministry is great if it wasn't for the people, right? Все говорят, что служение очень хорошее, если это не было за людей. Right? It's so she's like, my mom was like, I don't think it's the right thing. А мама говорит, может это не хорошее решение. And my dad says, I'm not gonna go that Отец route. Говорит, хорошо, я не буду идти по этому по этой And as years дороге. Go by, года прошли. My dad always brings certain comments up. И мой отец часто
приводил что-то на разум. And he would tell me, и он говорил мне, I feel like I missed what God has called иногда me to я do. Чувствую, как будто я пропустил то, что, к чему Бог призвал. Иногда я чувствую, что это моя вина из-за того, что что-то случается в нашей жизни. Let me tell you something. Но я хочу вам что-то when сказать. My dad turned 50 years old, когда моему отцу исполнилось 50, and he was visiting in Portland, where we live. Он посещал нас в Портленде, I там, где мы жили. To a program, you know, I came to visit this service that was happening. Я пришел на служение там, где он был. Let me tell you something. И давайте я вам что-то My dad скажу. Was a good dad. Мой отец, он был хорошим he loved отцом. God. Он любил he Бога. Did all the right things. Он делал все правильно. He was a youth leader at the church он for был a time. Молодежным лидером какое-то время. Teaching, always preaching, всегда учил, всегда serving, проповедовал, great служил. Example to был me, хорошим примером для меня, you know, to our family, the whole для нашей deal. Семьи, для всех. But he knew that inside he missed something он знал, что он что-то of the call of God in his life. То призвание, которое Бог имел для его and жизни. When I came in this и когда one я вошел day, about, you know, 10 years ago, в то здание один день, 10 лет тому назад, я увидел своего отца в алтаре. And I've never seen him there before. Я никогда не увидел, что он был and на алтаре. И он плакал. I didn't know what was happening я in his не знал, life. Что происходило в его сердце. I didn't understand what was я taking не понимал, place. Что происходило. Not till years later. Только годами спустя. And he told me. Он мне рассказал. My mom actually was telling me the story. She мама, was crying. Мама, кстати, she рассказывала эту историю. Because I couldn't understand. Говорила, потому что я не могла. I was asking my mom, what happened to dad? Понять, я спрашивала, что случилось с папой. And she was telling me this whole story that I'm telling и you она guys. Рассказывает эту историю, которую я с вами сегодня делюсь. And she said, God had given him another chance. И она говорит, что Бог ему дал еще один шанс. God called them back again. Он снова его призвал к себе. And he answered that call. И он ответил повторно and today на этот I'm призыв. Telling you, my dad serves. И сегодня он служит. He's got the opportunity, его есть возможность you know, to serve full-time служить полновременно in the church. В церкви. He runs a rehab center. И у него есть также реп-центр. He never did drugs or alcohol он никогда like не трогал наркотики but или today алкоголь. He's more on fire но сегодня он горит. For God. Даже и больше для Бога. Than most young people that чем I meet. Большинство молодых людей, которые You know, he's one of my best friends. And we understand each other because we get to serve God together. And let me tell you, the enemy tried to steal something away from him. And my question to us, how long do we have to live? Not living in the fullness what God has for us. Not walking out what God has called us to walk in. В том пути, что Бог нам приготовил. Я не хочу проповедовать просветание. Но мы должны жить той жизнью, которой Бог нам призвал. Вы знаете, где оно начинается? Оно начинается жить в свободе. Вы слышите? В свободе. Мы не должны быть в злости. I'm angry, я знаю, что я кричу, и может звучу, как будто я злой. Но я просто эмоциональный. И это, что я говорю своим детям, когда я на них немножко кричу. Но мы не должны жить в этой злости. Мы не должны жить в похоти. No, we don't have to live in anxiety. Мы не должны жить в переживаниях. We don't have to live in fear. Мы не должны жить в страхе. Because that what God wants to give to us first. Потому что то, что Бог нам хочет дать. And Apostle Paul talks about the working of the Spirit of God inside. Говорит о том, что есть Дух Святой, который работает внутри нас. Hear that what God gives to us. Вы слышите то, что Бог дарит нам. We can live in freedom. Мы можем жить в свободе. We can live in victory. Мы можем жить в победе. We can walk out in the fullness of what God has for us. И мы можем ходить в той полноте, что Бог нам приготовил. You know, my wife, she's really healthy. Вы знаете, моя жена, она очень... I'm gonna share this one in a little bit. Она живет очень здравый образ жизни. You know, and so she makes this ginger juice every morning. И она каждое утро делает такой сок из имбиря. It's really strong. Она очень крепкая. And so if you're not used to drinking если it, ты не привыкаешь к then нему, your throat will probably close то up. Кажется, как будто горло просто you know, it's, перекрывает. And I told her one time, и один раз я ей сказал, I said, listen, baby, if I die at the age что of 15, если я умру, когда мне будет 50, when God has called me to go home, потому что Бог меня в 50 лет призовет домой, then I'm going to go home at the age of 50. Тогда я перейду на вечность в 50 лет, и ничего это не изменит. And so she looked at me and she она said, так посмотрела на меня. Look, you can have a high quality life. Она говорит, ты можешь иметь высшее качество жизни, or you can have a low quality life до 50, till the age of 50. Или очень низкий уровень if жизни God calls you, до 50. I'm not planning to go anywhere at the age of 50. Я, конечно, не собираюсь I'm getting куда-то направляться closer and closer в 50. Хоть мы немножко приближаемся к этому номеру. And so we don't have to. И нам не нужно
Live a low quality life. Нам не нужно жить жизнь, которая очень низкого Because качества. The enemy steals that from us. Потому что враг, он пришел этого He steals похитить. The joy from us. А похитить радость. He steals that victory from похитить us. Победу. And we live our И мы lives. Живем свою жизнь. You hear that? And it's not in the fullness И вы слышите, of what God has это не for в той полноте, которую Бог для нас приготовил. But God wants us to live Но a high quality life with Him. Чтобы мы жили высокий уровень жизни That we can walk in the anointing and the grace. Чтобы мы шли в этом помазании, в благодати That we can be a light in this world. That we can be a blessing to our families. A blessing to our church. Благословение для нашей церкви. That we can live in joy. Чтобы мы жили в радости. And when we wake up, и когда мы просыпаемся, we're happy to be alive. Чтобы мы радовались том, что у нас Because еще what есть the один devil день. Tries to steal from us. Потому что когда враг старает похитить, he tries to steal that joy он старается from похитить us. Эту радость. And he tries to steal the peace from us. Он старается похитить этот мир. And everything around us и just все, to distract us. Нас, чтобы развлекти нас. But God wants us to live in the freedom. Но Иисус, Он хочет, чтобы мы жили в победе. In the victory. В победе. With Him. В Нем. Amen. Аминь. Because I'm thinking today, что я думаю при себе, the enemy's out to try to steal враг, that what God's places in our hearts. То, что Бог влаживает в наши сердца. Do you hear that? The calling that God places. Призвание, которое Бог влаживает в вас. There's a way that God begins to lead us. Есть дорога, по которой Бог нас ведет. In the book of Jeremiah, и когда мы смотрим в книге Иеремии, it says that the people fell away. Есть те люди, которые они отошли. When God begins to lead them, и когда Бог начал их вести on the way, по пути, right? When God begins to lead somebody, когда Бог начинает вести человека, Jesus once said, Иисус один раз сказал, "Blessed is a man, благословен тот человек, who does not stumble because of me, который не спотыкается из-за меня." What does that even mean? Что это обозначает? There's things that don't make sense Есть to us. То, что нам очень трудно понимать. And it's easy понимать. To just give up. И так легко сдаться. And it's easy just to throw in the towel. Так легко сдаться. And the enemy's just out there to steal. И враг, он пришел, чтобы похитить. Yeah, that's what we don't become слышите, who God has called us to be. Мы не были теми людьми, которыми Бог you нас don't призвал. Just wake up overnight Потому что мы не просыпаемся and become a pastor, и ты становишься пастором. Or become some kind of leader, и каким-то лидером. Or become some kind of person that's, that hears the voice of God in your life. И каким-то человеком, который слышит God голос Божий. To lead us. Нет, Бог тебя ведет. He wants to guide us. Он хочет вести нас. But the enemy is there to steal. Но враг он пришел похитить. That what God wants to give to us. То, что Бог хочет передать нам. What he wants is because there's a lot of potential. Есть очень много потенциала. Do you hear that? Doesn't matter your age. Вы слышите, несмотря на ваш возраст. But there's a lot of potential. Есть очень много потенциала. Because it is not your work. Потому что это не твоя работа. It is not your strength. Это не твоя сила. It is not your wisdom. Это не твоя мудрость. Amen. Pastor said it's God's power. Пастор сказал, это сила Божья. It is the Spirit of God. Это Дух Божий. That enables us. Который делает нас способными. To do His work. Чтобы исполнить Его работу. And you're right. You can't overnight just become all these things. Да, мы правы. Мы не можем стать этим всем за одну ночь. But I know where you can start. Но я знаю, где мы можем начинать. You can come back into the presence of God. Мы можем вернуться в присутствие Божие. You can come back into the house of God. Мы можем вернуться в дом Божий. You can come back into His Word. Мы можем вернуться в Его Слово. And say, God, yeah, I've wasted some years. И сказать, да, Господь, я, может, утратил какое-то время. Or maybe I feel like the enemy's been distracting me. Или, может, я чувствую, как будто враг, он меня развлекает. Or things that have just been stealing away from me. Or things have been stolen from me. Или что-то было украдено с моей жизни. Or something's just missing. Или что-то просто не хватает. I don't want to get back on track. Господь, я хочу обратно вернуться. I don't want to get back with you. Я хочу вернуться к Тебе. Now that which you have spoken то, что Ты проговорил ко мне. Or maybe you've got a prophetic word over your life. Может, у вас есть какое-то пророческое слово в вашей жизни. Maybe you feel like God is calling you, that there's some kind of dream that you have. Или какая-то мечта, которую Бог вложил в вас. Or some kind of desire that God Или какие-то мечты, которые Бог вас вложил. And you feel like that's so far gone. И кажется, как будто это еще так далеко. But hear me. Но услышьте when you меня. Get into the presence когда of God, вы вернетесь в присутствие when Божие. You know the things that are God's, когда вы помните и знаете то, что Божие. The words that are God's, и те слова, которые Божие. They begin to come alive они again. Начинаются снова оживляться. Those dreams that you've те мечты, once had, которые вы раньше имели. They become alive again. Они снова оживляются. Those desires that you те мечты, once had,
те желания, которые вы имели, those plans that you once те планы, had, которые вы раньше they имели, come alive. Они оживляются. There's faith that rises. И снова вера, которая возрастает. Come on, you can be young or old. Может, вы молодые или and уже постарше. И вы думаете, это but уже невозможно. Get into the presence of но когда God, вы вернетесь в присутствие Божие, и когда вы стоите перед you Ним, begin to realize, it вы is начинаете possible. Понимать, все возможно. And if everybody around me says it's not possible, и даже если все говорят, что нет, это невозможно, I know it is, я знаю, что действительно оно есть. Before whom I stand. Потому что я знаю, перед кем я стою. And the Bible says here, и в Библии здесь написано, that these soldiers were around this young boy. Что эти солдаты не окружали этого молодого человека. Well, first of all, he had a good priest around him. Но он, во-первых, он имел очень хорошего священника. For all of us men, which we're not going to talk about today. Я думаю, это хорошее слово для всех мужей здесь. But it says that they put soldiers all around him. Но здесь написано, что солдаты окружили этого молодого человека. All around, every time he'd walk in and walk out. Каждый раз этот человек заходил или выходил. And they said that if anybody tries to get ему close сказали, to him, что если кто-то приблизится к этому молодому you take человеку, your sword and you kill them on the spot. Берите меч, и этого человека должны вы убить сразу. Because there's a calling upon this king's life. Потому что есть призвание на этого, на жизнь этого молодого человека. Do you know why? Вы знаете почему? Because if there's a calling, потому a strong если calling, есть призвание, крепкое, сильное призвание on somebody's life, на жизни человека, the enemy's out to get him. Тогда враг, он будет идти и похищать. When Jesus was born, когда Иисус Христос they tried родился, to kill all the kids. Они старались убить всех младенцев. Because they knew. Потому что они же знали. The enemy knew. Враг же знал. Jesus is born. Что Иисус родился. Come on, when Moses was и когда born, Моисей родился, they tried to wipe out они all старались the kids. Убить всех детей. They knew something они was же знали, happening. Что что-то происходит. The Bible says here, Библия здесь говорится, that must protect the king, что мы должны сохранить that is этого offspring. Молодого человека, потому что это that есть is what has the potential. Новое поколение, то, которое имеет Do потенциал. Вы слышите? You cannot compromise. Вы не можете идти на компромисс. You can't say, well, maybe it's okay, maybe вы не можете it's not. Сказать, что может это хорошо или нет. Или, but you need to declare war against но it. Вы должны провозглашать войну против and say, этого. I cannot allow the enemy и сказать, я не буду разрешать, чтобы враг and приходил if, даже and близко that ко gets мне. Close to me, и даже если что-то приближается, I will chop it up and kill я it. Буду умерщвлять это. So that the enemy has no place. Чтобы враг не имел никакого места. You hear that there's a responsibility вы слышите, есть ответственность, to protect what God has given чтобы мы to сохранили us. То, что Бог вложил в нас. That we'll receive from him. То, что мы получаем от Него. That we walk it out faithfully. Чтобы мы вышли и исполнили это worthy of our call. Достойно нашего призвания. But what God has placed on us. То, что Бог вложил в нас. Do you hear that? Вы слышите сегодня? God has something for all of us. Бог имеет что-то для каждого из нас. Whether we think so or we don't. Либо мы согласны с этим или нет. Whether we feel it or we don't. Либо мы чувствуем это или нет. Whether we see it or not. Либо мы видим это или нет. Whether we've wasted years and we've not been doing what God has called us to. Потратили какие-то года и не делали то, что к чему нас Бог призвал. But God is calling us. Но Бог нас призывает. Come back into the house of God. Вернись в дом Божий. Get plugged in. Вернись и укоренись. Into God. В Бога. Into God. В Бога. Allow God to do that work. Разреши, чтобы Бог эту работу сделал. You hear that God has got a big call on some people. Вы слышите, Бог имеет большое призвание. And maybe I'm just preaching for one person today. И может я говорю это слово лишь для одного I'm человека. I'm telling you, I just came to church today. Но right, я пришел right в церковь сегодня. И когда служение началось. And I had this word. И Бог положил это слово. And God has placed a call on somebody. Бог имеет призвание для кого-то. But it puts a mark on their back. Но это ставит крест красный на спине этого человека. The enemy's out to get him. И враг, он будет стараться похищать, out to distract him. Чтобы развлекти его. But anger, frustration, либо это через злость, bitterness, rejection, или через ненависть, lust, или sin, через похоть, или что-либо, money, какой-то грех, или right? деньги. Education, which is all good stuff. Это все хорошие вещи But anything to steal God's call. Но что-либо, чтобы просто похитить Be Божье призвание, do what you want, быть христианином, but keep your mouth живи shut свою and жизнь, sit in the corner, но закрой свой рот and и сиди don't fulfill в точке, God's plan. И не исполняй Божий yeah, go план. To church, да, ходи в церковь, but yell at your wife and your kids но накричи на свою
жену и на своих детей. Yeah, just get together and sing. Да, собирайтесь, пойте. But don't walk in the freedom and the authority and the anointing and the power of God. В силе и в помазании Божьем. Yeah, just get together and do all these religious things. Да, конечно, собирайтесь и делайте всякие религиозные вещи. But don't fulfill God's plan upon your life. Но не исполняй Божье призвание. And don't see the glory of God in your life. И не видь, не смотри на Божье славу в твоей жизни. And just sit back and live your life. И просто живи свою жизнь. You know what the biggest problem today is? Вы знаете, самая большая проблема сегодня? People are apathetic. Это что люди, они равнодушны. People are just apathetic. Они просто равнодушны. You're talking to school teachers. Иногда мы смотрим на учителей, которые учат. And they'll say 10 years ago. И они говорят 10 лет тому назад. You have this, you know, kid who is the class clown. Был один человек, который был шутник в классе. You know, he's dumb things. Он часто говорит то, что глупое. And it's kind of easy to deal with him. Но с ним because, легко работать. You know, you работать, work with him, you plug him in somewhere, you try to discipline him. He said, you know what the problem is today at school? Говорят, знаете, что, какая проблема сегодня you в come школе? To school? Ты приходишь в школу, you know what all the kids say? А вы знаете, что все дети говорят? I don't care. Мне, я равнодушен к этому всему. Какая разница? Какая разница? Мне все равно. Whatever. Call my mom, I don't care. Звони моей маме, мне без разницы. They don't care. Они просто равнодушны. They just don't care. Им без разницы. I'm thinking that it's just like, does that matter to us? Do we и care about certain things? Влияет ли это на нас? I'm thinking the enemy just put in this carelessness, и часто враг нам просто ложит это равнодушие against our на own нас, lives. Против нашу жизнь. But hear that God's going to call upon you. Но услышьте, что Бог имеет план. There's something God desires Бог to do in your призвание. Life. Он хочет что-то исполнить to в вашей fulfill жизни. Through your life. Исполнить через твою not your neighbor's жизнь. Life. Не жизнь but through твоего your соседа, life. Но именно there's через potential. Твою жизнь. Есть потенциал. Not because you're great. Не из-за того, что ты какой-то but because прекрасный. The Spirit of God но потому is что great. Дух Святой, Он прекрасен. And if God can take a hold если of somebody's life. Может взять жизнь молодого and if человека. Can just fully surrender если человек their life to God. Он полностью отдадит свою жизнь Иисусу. They would just see the glory они of God. Тогда увидят славу Божию. I forgot which guy said this. Somebody said я this. Не помню, кто сказал это. The world has yet to see. Но мир еще должен увидеть. A man that's fully committed and devoted to God. Человек, который полностью преданный Богу. And I'm thinking, I want to be that person. Я так себе думаю, что я хочу быть этим человеком. God, I don't want to miss the call. Но я не хочу пропустить призвание. The seed. То семя. That is my life. Моя жизнь. Bible says, of course, if we don't die, Библия говорит, что да, если мы не умрем, then we cannot produce the fruit. Тогда мы не сможем принести плод. Am I just crazy? I feel like I'm just a... Amen? Аминь. Вы согласны? Yeah, no. Amen? Yeah, you guys are awake? Вы живы. We had a long drive. Я знаю, что у нас была длинная дорога. Но я не хочу, чтобы враг похитил от нас те благословения, которые Он имеет для нашей жизни, то призвание, которое имеет для наших семей. I'll say this last thing. Я хочу сказать эту последнюю вещь. Sometimes people get bitter. Иногда люди, они огорченные. They battle with rejection. Они имеют битву с отвержением. Они имеют сердце, которое... обиженная. The enemy just steals. И враг он просто похищает. Kind of like the Israelites when they complained. Иногда как израильтяне, когда они роптали. Do you know complaining is a sin? Вы знаете, что ропот это также является грех. Оно демоническое. It keeps you from fulfilling God's call in your life. Держит себя, чтобы ты не исполнял Божие призвание в твоей жизни. Израильтяне, они роптали. Они не смогли войти в обетованную землю. Они кружились. Они никогда не исполняли то призвание, чтобы они и шли и приобретали эту землю, потому что они имели такое сердце. May God help us today. Пусть Бог поможет нам сегодня. Fulfilling your calling, getting us the water, and this season брат, of your life. Что исполнил призвание. Thank you. Well, let's get up on our feet. We're going to pray. Давайте мы встанем на наши ноги. Мы будем молиться. I know there's been a lot said today. Я знаю, что сегодня было много сказано. We'll do a simple prayer. Я хочу, чтобы мы имели
простую молитву. You know, if the enemy has been stealing things in your life, если враг похищает что-то в вашей жизни, if you feel like there's just been an attack upon your life, если вы ощущаете, что есть атака на вашу жизнь, if there's something that's just been taken away that you know God wants to give to you, что дьявол старается отнять, lost desires, lost dreams, может какие-то потерянные мечты, потерянные желания, just apathy, just you're not, если у вас есть равнодушие и вы не исполняете то, что Бог желает, I want to pray today for you. Я хочу, чтобы мы помолились. I want to call you out to the front. Я хочу, чтобы вы вышли наперед. That God will revive that today. Чтобы Бог оживил это сегодня. When we get into the house of God. Потому что когда мы приходим в дом Божий, когда мы приходим в присутствие Божие, когда мы возвращаемся в Слово Божие, когда мы идем правильно по Его пути, когда мы живем во свободе, когда мы исполняем то, что Бог нас призвал, здесь, на этой земле. Come on, if you feel like the enemy is out to get you, что дьявол против вас, и вы хотите сказать, нет, не сегодня, дьявол, я являюсь сын или дочерью Иисуса, и Бог имеет план для моей жизни, и я буду ходить в этом плане сегодня. Если вы нуждаетесь в подкреплении сегодня, чтобы вы сказали, дьявол, отойди от меня, я иду вперед, чтобы исполнить Божий план на моей жизни, мы будем молиться. Если это вы, пожалуйста, выходите наперед, и мы будем молиться во имя Иисуса. We thank you, Lord. We thank you. We thank you. We thank you, Jesus. Father, we pray today, God, for every family, God. I pray, God, for every father, every mother today, God, every young person today, God. And God, for every elder, God, I pray, Father. Oh, God, you see our lives, God, and I pray, God, give us grace today, God. Help us, God, to fulfill that which you have called us to, God. Help us, God, walk out, God, that which you have called us to, God. Oh, God, where there's been hindrance, God, where the enemy, God, rises up today, God. I pray, Father, in the name of Jesus, God, help us today, God, fulfill, God, that which you have called us. Hallelujah, 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 Jesus. Oh God, we pray against every hindrance, God. We pray against, God, any attack of the enemy today, God, that he has, God, came against, God. Oh, pray, Father, in the name of Jesus. Oh God, we pray, Father, in the name of Jesus. God, we pray, God, against all the potential, God. We pray against, God, every word that you have placed, God, upon every heart and every life, God. I pray, God, that it takes root and produces fruit, God, in the name of Jesus. Oh, God, we pray against, God, any, God, plan of the enemy today, God. God, may it come to nothing, God, but your will, God, your plan, God, your word, God. Let it come to pass, God. God, upon every person, Lord, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, 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 Father. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. My God, we desire, Father, to fulfill your will today, God. God, not just to kick back, Lord, and just to let life happen to us, God, but help us, God, be proactive, God. Help us be diligent, God. Help us take hold of the plow, God, and not look back, Lord. I pray, Father, in the name of Jesus, God, to give us grace today, God, to move forward, God. I pray, Father, in the name of Jesus. Oh, God, that which you have placed in every heart, God, let it come alive today, God. That what's been dead, God, for years, God, let it come alive today, Lord. I pray, Father, in the name of Jesus. Oh, God, you resurrect today, God. You bring back today, God, that what's died, God, that what the enemy stolen today, God. I pray, Father, in the name of Jesus. Oh, God, in the name of Jesus, God, you have your way today, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Rico bobo chel te reka masyan te re negociato re le la baltus, God.
Oh, Jesus, we pray in the name of Jesus, God. Oh, God, you bring back to life, God. Let faith arise today, God. God, in every heart today, God. I pray in the name of Jesus, God. Oh, every dream, God, every prophetic word, God, every desire, God. Oh, God, the calling, the giftings, God. Oh, God, the prophetic giftings, God. Let them come alive today, Jesus. We pray, Father, in the name of Jesus, God. Let them be active, God, to do your work today, Father, in the name of Jesus. God, walking in the fullness, God. Walking in the fullness, God, of what you have for us, God. Help us understand, God. Lead us in the way, God. I pray in the name of Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Father, I pray today, God, for all the students today, God, the leaders, God. We pray, God, in the name of Jesus, God. Would you bring back to life today, Father, in this season, God, in this time, Father, we thank you, God. Oh, God, would you bring alive, God? Oh, God, would you bring alive today, God? Oh, let there be a fresh fire, Lord, a fresh grace today, Father, that is given, Lord. We thank you, we thank you, we thank you, God. God, give us vision, God. Give us understanding, God. I pray, Father, in the name of Jesus. Oh, God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, God. God, the power, God, of your spirit, Lord, in the hearts, God, God, of all the people today, God. We thank you, Lord. We thank you, we thank you, we thank you, Father. Hallelujah, Jesus. God, we thank you, Lord. We thank you, Lord. God, let there be a fresh touch today, God, a fresh grace today, God. God, would you bring forth a revival, God? Would you bring forth, God, your spirit today, God? Would you bring back to life, God? God, the callings, the giftings, God. God, those them who you've been calling, God, to go deeper with you, God. Those whom you've been calling, God, to take steps, God, into ministry further, God. Whichever capacity, God. I pray, may they hear the call today, God. May they hear the word today, God, to go after you today, God. That it is your will, God, to expand your kingdom, God, here on earth, Lord. I pray, Father, in the name of Jesus, God. Oh, God, may there be decisions made today, God, that they will declare war on the distractions of the enemy, God. I pray that they can stand firm today, God. Then answer the call that you're placing, God, upon the lives, God, of the people, Lord. I pray, God, in the name of Jesus, God, oh, that we would walk and accomplish all that you have called us to do, God, in our lives, Lord. And I ask you, Lord, I ask you for myself as well, God. God, help me, God. Give me grace, God, to be faithful, God. God, to be faithful, God. God, to be faithful, God. Oh, God, to stay faithful, God. We pray in the name of Jesus, God, to hold on to you, God. I pray, Father, in the name of Jesus, God, to take hold of you today, God. Oh, God, help us today, God. Help us today, God. Help us today, God. God, not just to bring, God, 30-fold, 60-fold, but 100-fold, Lord. To bring all that you have called us in our lives, God. As you gave those talents, God, I pray, Father, God, help us bring back that, Lord, what you give to us, God. God, give us eyes to see, God, ears to hear, God, hearts to understand, Lord. I pray, Jesus, help us, God, as you're speaking your word to us today, Lord. Oh, God, we thank you today, Jesus. We thank you, God, for your presence, for your grace, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.